Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я возьму Мауса и выкачусь в такой вид боев, как гравитация. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что в этой гравитации будет необходимо делать по одной простой причине. Потому что, ребят, верите вы или не верите, реально, за 8 лет того, как я играю в танки, я ни разу, ребят, ни разу не заходил в такой режим боев, как гравитация. Я знаю, что там происходит какая-то вакханалия, все куда-то летают, но я, ну, своими руками ни разу не пробовал. Я вообще не люблю, честно говоря, все вот эти дополнительные режимы. Мне нравится только режим столкновения, и только потому, что в нем можно быстрее выполнять какие-то боевые задачи. Карты меньше, участников боев меньше, соответственно, больше вероятности сделать фраги, соответственно, больше вероятности встретить врага, накидать ему урон, ну и, соответственно, победить тоже существенно легче. Короче говоря, ребят, вот столкновение мне немножечко зашло, но только вот по вот этой вот причинке легкости выполнения определенного рода боевых задач. Что же касается всех остальных режимов боев, мне они не очень сильно нравятся. Объясню почему. Мне нравится контролировать процесс. Когда происходит какой-то дурдом сумасшедший, в котором все куда-то летают, как-то куда-то стреляют какими-то лазерами, я не знаю, еще какой-то дребеденью, высасывают друг из друга жизнь и так далее. Но для меня эти все процессы, они не являются, я бы сказал, подконтрольными. Соответственно, какой ужас, так я еще на Маусе никогда не ездил. Соответственно, короче говоря, ребят, мне эти процессы все не очень нравятся. Я люблю все-таки контролировать немножко процесс. Теперь давайте попытаемся... Ну, мне сказали, что на Маусе играть прикольно. То есть вот один из моих подписчиков даже написал, я специально выкачал себе Мауса для того, чтобы поиграть в этом режиме боев. Я пока не понимаю, что хорошего в Маусе в этом режиме боев. Я вообще не понимаю, что происходит сейчас. Меня разбирают просто... со страшной какой-то силой. Блин, это реально бред какой-то. Я не могу ни прицелиться ни в кого. И вообще, что происходит? А что делать надо было? Вот реально, я не совсем понимаю. В чем прикол вот этого всего, что творится? Я не знаю, может мне взять тоже какой-нибудь танчик полегче, что ли? Мама моя дорогая. Ну окей, я не совсем... Не совсем понял. Ладно, короче, ребят, я так понимаю, что вот такое вот что-то ты творишь и вообще... Блин, ребят, я серьезно, я не знаю, что вам нравится в этом режиме боев. Напишите в комментариях, потому что я сейчас просто зашел, мне наваляли, я даже никуда не полетел, я так понимаю, что это связано с весом моего танка. И сделать ничего не смог ни в кого попасть. И, короче, блин, вот все. Вот и все, вот и все результаты ГСН-а. Забой в гравитации. Так, ладно, хорошо, ребят, давайте сделаем по-другому. Я понял, скорее всего, я что-то не то делал, наверное. Давайте попробуем. Так, у нас тут способность есть какая-то. Способность, и что она мне дает? Ага, она мне дает, типа, круто летать, короче, можно. Прыжок вверх по направлению движения, чем легче, там, короче, понятно. Ну, у меня на 10 уровне, допустим, самое легкое вот это, то, что есть. Ну, не знаю, давайте попробуем, что ли, его, но... Ну, я не знаю, короче, ребят, в чем прикол, блин. У меня, честно говоря, было сейчас такое ощущение, что я немного с вечера перебрал, и сегодня с утра у меня в голове не совсем ясная картина, и, соответственно, все, что происходит на карте, это, ну, не взаправду, скажем так. Поехали. Так, хорошо, поехали. Ну, вот сейчас ради интереса попробую, так вот я, опа, и полетел. Ну, хорошо, высоко лечу, далеко гляжу. Ну, уже хорошо, так, я пролетел. Я такой, типа, как с высоты птичьего полета, типа, что-то делаю. Так. И что? Ну, а как воевать, вот, реально? Я не понимаю, а целиться как? Я уже и гореть начал даже. Вот, хорошо. Ну. И чего, да? Все? Весь режим гравитации для меня закончился в очередной раз. Я не понял вообще... Не, ребят, я не понимаю, серьезно. То есть вот в чем прикол? Блин, хорошо, давайте так. Я выхожу из этого боя. Наверное, я чего-то не понимаю. Мне, наверное, надо прочитать вообще, что делать надо. Наверное, я не с той стороны зашел.
к этому вопросу, знаете, как говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но только мало кто задумывается о том, что туда есть два входа. Так, на взлет, окей, короче, получается, типа, если я в кого-то буду стрелять, значит, управление гравитацией, бои проходят с определенной картой. Так, хорошо, возможно, управление танком в полете. Да, я что-то как-то не заметил, что возможно управлять танком в полете. По-моему, короче, я, куда меня несло, туда я и летел. Я бы сказал, что я был как листик на ветру, только спокойствия не было. Так, странно. Я, короче, вот этого вот всего не ощутил. Реально, танки получают меньше урона от падения и двигаются быстрее. Ну, двигаются быстрее, да, от падения. Я вообще, честно говоря, не помню, чтобы я урон какой-то получал. Я просто получал от всех, от кого не лень. Ладно, давайте, ребят, я делаю третью катку. Не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой кайф вы ловите от этой вакханалии, которая происходит в данном режиме, если вы играете данный режим. Потому что я, честно говоря, вот сейчас две катки сделал, у меня, я думал, что я подниму себе настроение, но по факту у меня сейчас настроение ниже плинтуса, потому что я вообще ничего не сделал за бой, я вообще не понимаю, что мне надо делать в бою, блин. Вот реально просто не догоняю. Не знаю, то ли узость ума, то ли... Не знаю, ребят. Короче, блин, какая-то вот полнейшая лажа. По-другому я это не назову. Так, хорошо. Несет меня, блин, вообще непонятно куда. И чё? Блин. Ага, вот так вот можно. Так, хорошо. По-моему, я потихоньку начинаю догонять, чего от меня требуется. И, правда, еще не до конца, но в целом я понял. То есть, самое уматовое, что можно здесь творить, это просто... Вот, надо стрелять, пока чувак летит. Вот тогда это действительно прикольно. А так, получается, вот сейчас вот в прицел поймал. Гахнул. Ага, вот оно чего, ребят, я понял, я потихоньку начинаю вкушать весь прикол того, что происходит, я понял, почему меня разбирали, и потому что я был оленем, вот реальным, я неправильно все понимал, мне, ну зачем вы его отбросили, мне необходимо было-то, ребят, что делать, мне необходимо было, находясь на земле, вот зачем я сейчас подпрыгнул, мне необходимо было, находясь на земле, отбрасывать по товарищам, которые летают. Потому что в этот момент они нормально свою технику не контролируют. Но раз они себя нормально не могут контролировать, соответственно, в этот момент и надо их уронить. Так, вот сейчас не хватило мне немножко углов. Углов склонения не хватило. Говорили, что можно... А, вот так вот можно управлять еще. Вправо-влево, типа, пытаться. Не, ну получается, что в целом, ребят, если вы хотите сэкономить на алкоголе и готовы зайти в режим гравитация, то, по-моему, вот самое оно. Потому что ощущение такое, что ты очень сильно перебрал. Небо и земля у тебя постоянно меняются местами. Класс. Все, вот классная победа, супер. Я не знаю, правда, что-то от меня зависело или нет. Дурдом происходит абсолютно полнейший. Но я, по крайней мере, смог понять, чего мне надо делать в нем. Уже хорошо, уже нормально. Маус. Нет, ребят, маус, честно говоря, наверное, не та машина, которая стоит того, чтобы на ней играть. Я сейчас посмотрю, я не помню, честно говоря, это пятый уровень или четвертый, врать просто не буду. Да, я хочу взять, вот смотрите, по режиму можно, получается, катать, начиная с пятого уровня. У вот этого товарища вверх поднимается, если я правильно помню, на 35 градусов орудие. А о чем это говорит? Это говорит о том, что стоя где-нибудь, да, вот, пожалуйста, вверх 35, стоя где-нибудь, выцеливать летающие вот такие цели, мне кажется, что на вот этом товарище будет очень-таки даже приятно. И, честно говоря, сейчас буду проверять свою теорию на прочность, а во-вторых, для себя попытаюсь все-таки сложить картину, что такое режим гравитации и что он дает по факту. Ну, кроме того, что у тебя начинают пульсировать вены на
твоих висках, и, соответственно, ты пытаешься раздуплиться, где будет сейчас противник, которого необходимо откинуть. Так, ну что, поехали, занимаем какую-нибудь выжидательную позицию, потому что на вот этом товарище летать как бы вообще не вариант. Смотрим. Взяли в прицел. Да, короче, взяла его в прицел, и пока он не приземлился, я нифига не делал. Класс. Вау-вау-вау, вот это я молодец. Ну, хорошо, а если я буду взлетать, допустим, и пытаться как-то прицелиться? Нет, не то, ребят. Все-таки не то, потому что я картон. Вот то, что я картон, не есть гуд однозначно для этой игры, но вот получается, я и покойник. Ладно, ребятки, я думаю, что такое количество попыток есть более чем достаточно для того, чтобы понять, что это за режим. И мое мнение следующее. Режим навряд ли предназначен для того, чтобы вы классно на нем, допустим, фармили, или чтобы вы на нем, допустим, ну не знаю, там, набивали урон. Вот если делать фраги, еще куда ни шло, но необходимо приспособиться. А в чем прикол конкретно Мауса, я пока не понял, но обязательно надо будет выкатить его еще раз и попробовать каждую машинку из таких, которые, по моему мнению, должны подходить для данного режима. Ну и на нем попытаться немножечко поиграть. Вообще, в целом, скажу откровенно, я режим не понял. Если вы со мной не согласны, пишите, в чем для вас кайф в режиме гравитация играть. Ну а если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал. По желтому шильдику вот здесь вот внизу буду всегда вам рад. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира вам, ну и обязательно спокойствия.